привет, ребята! Сегодня у меня есть дочка, и она очень красивая. Сегодня мы пойдем в парк или на пляж. Поэтому всем я желаю очень удачного мира, потому что сегодня начнется очень веселый день. И как я, у меня есть дочка, ее зовут Лили. Она очень любит грязь и танцевать, и петь. Поэтому желаю всем удачного, чтобы видео было хорошее, и это все. Поэтому желаю всем удачи. Смотрите наше видео до конца. Ой, мама, сегодня забыла. Что забыла? Сегодня у нас контрольно по математике. Мама, можно я прогуляю, пожалуйста? Нет, доченька, ты должна идти в школу. Мамочка, ну пожалуйста, ну разреши мне хоть один день. Нет. Что я тебе сказала? Не прогулять. Видишь? А если ты прогуляешь школу, ты будешь у отца. А это нельзя делать без спроса. Ну, мамочка, там же сложные примеры, я так не решу. Вот зря. Тебе надо учить уроки. Ты сегодня учила? Нет. Ой, доченька, мне из-за тебя стыдно. Зачем? Ну, тебе двойку поставят. Мамочка, ну разреши мне хоть один день работать. Так, все. Сегодня игры закончены. Я забираю у тебя планшет и все телефоны. А если ты не выучишь уроки, ты будешь наказана. Мама, ну разреши. Нет. Что я тебе сказала? Значит, быстро учи уроки. Вот такая у меня дочка. Она очень капризная и очень любит какие-то там каракули рисовать и какие-то там некрасивые вещи она говорит. И она очень любит прогулять в школу. И поэтому я ей говорю, чтобы она не прогуляла. И я ей говорю, чтобы она не прогуляла ни капельки. А ей все равно. И я за нее ухаживаю, все это остальное. Поэтому я очень сильно хочу, чтобы кто-то подписался и будет видео готово. И я очень волнуюсь за дочку, потому что она очень капризная. И я думаю, что она выучит уроки. Так что всем удачного просмотра. Так, дочка, ты уже выучила уроки? Да, мам, я выучила уроки. Показывай портфель. Ну, где у тебя портфель? Вот, мама, портфель.